Бомбы в метро. Сегодня неизвестный сообщил в столичную полицию, что минимум 5 станций киевского метрополитена заминированы. Правоохранителям пришлось на несколько часов перекрыть станции Героев Днепра, Оболонь, Майдан на Залежности, площади Льва Толстого и Театральная. Все тщательно проверили взрывотехники и кинологи, но взрывных устройств не обнаружили. Пока велся поиск, тысячи пассажиров направляли в обход, а то и попросту просили подняться на поверхность и добираться наземным транспортом. Сейчас киевское метро работает в штатном режиме. Люди как реагировали? Спрашивали, подходили. Их направляли на соседнюю станцию. С пониманием относились или демонстрировали? Нет, никто ничего не демонстрировал. Ну, недовольные, конечно, были, потому что надо же куда-то идти. И уже вечером в одном из сел Киевской области СБУ задержала телефонного террориста. Как сообщают спецслужбы, нарушитель якобы заявил, что ему заплатили за звонки из России. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Напомню, за ложное сообщение о минировании объектов грозит тюремный срок от 2 до 6 лет.